Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші – все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей. І сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко «Життя ще простіше». Мужчина должен работать. Все остальное в доме – это дело женщины. А если женщина работает, что должен делать мужчина? Стараться не стать женщиной. В доме не может быть две главы. По-моему, это несправедливо. В современной семье тот, кто работает, сам себе голова. Не знаю. Странно все это. У нас было не так. Чи має жінка бути берегинею, матір'ю та господинею домашнього вогнища? Хто полює на мамонта, а хто його готує? Чи жінка має працювати? Який бізнес і які сфери є жіночими? Як працюючи не перетворитися на чоловіка? Як не стати сильною жінкою, якщо того не прагнеш у гонитві за грішми? Які співвідношення у розподілі родинних коштів є оптимальним? Жінка і гроші – актуальна тема сучасного світу. Історично в нашій культурі за жінкою залишалися домашні та навколодомашні клопоти – діти, настрій родини, дім, рукоділля, садгород. Якщо взяти розподіл пізніше класовий, жінки більш високого походження змалечку привчалися вміти бути саме хорошими дружинами. І толкувала чернь тупая, зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражає, какой он цели нас ведет, о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна, какая польза нам от ней. Але не той варіант, коли мама красива, тато працює, а мама ще цікава, змістовна, має власний час, власні інтереси і реалізує їх, наприклад, в благодійності чи в мистецтвах, прикрашаючи собою і родину, і суспільство. Ідеальна жінка часів радянських, вона ідеологічно підкована, фізично витривала, спортсменка-комсомолка, в одній руці новонароджена дитина, іншою тримає ключа, наприклад, на 26. Есть вопрос у заместителя директора? Нет. У главного инженера? Нет. У директора? Да, есть. Вопрос к отделу сбыта. Почему не выполнили план по отгрузке продукции? Не было цистерн. Транспортный цех, почему не дали цистерн? А потому что нет порожняка. Какие меры приняли, с кем решали вопрос? Да чего ж только не делали. Министру звонили. Сергей Степанович, я вас прошу лично, займитесь, пожалуйста, этим вопросом, сообщите мне завтра. А сегодня, чтобы отгрузка шла с учетом вчерашних суток. Хорошо. Большое спасибо, товарищи, диспетчерская закончена. Або ж сіє без перестанку добре вічне відмінниця освіти, колекціонерка бонусів від батьківщини. Коні в галопі, чоловіки у шоці. Еволюція гендеру породила емансипацію, добре це чи погано, не будемо оцінювати. Але жінка сучасного світу, окрім традиційних архетипічних ролей, у більшості своїй має ще одну – роль жінки, що має заробляти гроші. Як? Чи можемо сказати, що гроші – це енергія? Не то, що можемо сказати, а це так і є. Любое фізичне проявлення є собою вид енергії. І гроші в тому числі. Чоловік, який щось робить, чи производить, він таким образом виробляє енергію, яка потім трансформується в гроші. Чи можливо є такі секрети, як саме енергію трансформувати в гроші? Якщо я энергичен, энергетичен, то таким же образом у меня, ну как по этой цепочке следовать, да, энергия, деньги, таким образом у меня больше денег. Если я мало энергичен, сообразно этому и денег у меня становится меньше. Якщо такий випадок, людина ніби енергічна, ніби енергетична, але вона має, я не знаю, якихось там 15
місць роботи. І вона весь час в роботі в якомусь процесі, але на виході вона не має грошей. Це про що? Это то, что человек приставил лестницу не к той стене. Он занят не своим делом. По сути, возможно, такое может быть, он просто не очень любит свою работу. Тобто за наявності енергії, якщо ми її в собі відчуваємо, але це результатів не приносить, ми маємо десь погратися з напрямком, так? Фактически, да, существование надувает паруса тогда, когда человек выполняет предназначение своей души. И весь его корабль такой в скобках, он тогда плывет на всех парусах к своей мечте, к цели или к чему, что человек хочет достигнуть. Насамперед, щоб мати якийсь фінансовий рівень, потрібно його уявляти в своєму житті. Як вам така думка, що уявляти, я не знаю, не купюри, не монетки, а саме уявляти через інструмент, енергію грошей, уявляти те, що я хочу там. Можливо, я хочу подорожувати, чи я хочу щось придбати, там, я не знаю, нерухомість, якусь автівку чи яхту. Деньги в любой деятельности, они вторичны. Деньги приходят только тогда, когда он что-либо реализует, что-либо делает, к чему-то стремится. И вот это является первичным. Стремление к чему-то, что человеку нужно в себе, либо преодолеть. В любом случае, стремясь к чему-то материальному, человек нарабатывает себе качество, нарабатывает определенный ресурс, и под этот ресурс существование дает определенное количество денег. То есть деньги как энергия только лишь тогда приходят, если человек может распорядиться нею без ущерба для себя. И для того, чтобы не развалить, по сути дела, человека существование, или Бог, абсолютно как угодно можно это говорить, оно дает человеку ровно столько, сколько это не вредно для него самого. Можливо, цей психологічний бар'єр, він відповідає якимсь нашим внутрішнім установкам. Тобто, дехто з нас звик чути з дитинства, що гроші – це зло, чи бути заможним – це якось соромно. І як трансформувати тоді такі установки позитивным для себя бег, чтобы все-таки заполучать в свое життя кошти? Да, очень много людей подвержены влиянию, которое в них закладывается значимыми для них людьми. Вначале это когда ребенок, это там родители. На самом деле это действительно все заблуждения какие-то. Они ставят преграды. Зачем мне сколько? Мне и так хватит. То есть, по сути, когда он себя чем-то лишает, не стремится дальше что-либо нарабатывать в себе, либо же говорит, деньги зло, а зачем, если для человека зло, то существование никогда не идет против человеческой сути. Мы запрограммированы, по сути, природой для того, чтобы жить, творить собой, нести в мир радость, но никак не зло. Потому если для нас это зло, то существование ограничит нас от этого зла. Нужно выбрать себе, найти, по крайней мере, из тех людей, которые нас окружают, таких же точно людей, значимых для нас, которые будут утверждать обратное. Что деньги – это замечательно, деньги – это не все, но они даруют новые степени свободы и возможности. Потому зачем же относиться к такому дару с такими эпитетами, там, злостный, там, фе, неплохой, так и так далее. Нужно относиться наоборот, приветствовать это, и только лишь видя в деньгах положительные стороны, таким образом и человек их к себе и привлекает, никак иначе. Жінка і гроші – це такі цілком сумісні поняття? Любой человек, независимо, мужчина или женщина, производит энергию, принимает энергию, трансформирует и рождает, по сути. Да? Потому, если мы раньше говорили, что деньги – это энергия, почему же женщина не может быть, не рождать из себя энергию, да, вот такую, ну, денежную? Мы знаем, что человек залучает в своё життя гроші через дії. Через власну активність, через тактики, стратегії, так. А жінка вона трохи інакше, вона більше через стани. Тому і жіночий бізнес, він трохи такий суто жіночий, він трохи не такий, так, як чоловічий. Для того, щоб жінці состояться в бізнесі, потрібно включати некі інші механізми в себе, ніж жінські механізми. Більше, скажімо так, мужські качества в себе. Но здесь нужно быть осторожной. Чтобы не было перехлёста, есть такой закон «необходимое достаточно». Так вот, если это необходимо,
для женщины развиваться в бизнесе, то нужно до тех пор взращивать в себе качества бизнесмена, которые бы вот, были бы достаточны. Потому что перекос в бизнес женщина в себе убирает женщину. Многие женщины, возможно, со мной не согласятся, я не спорю. Но понятие сильная женщина, а ну как бы мы ассоциируем, если женщина бизнес-леди, то она уж как бы сильная женщина, да? Понятие сильная женщина плачет у окна. Так вот, сильная женщина всегда плачет у окна одна. Если женщина хочет, чтобы себя реализовать как женщина, не нужно забывать и о женской ипостаси, и о своей паре. Женщина в 14 раз энергетичнее, чем мужчина. Потому любой мужчина так стремится покорить женщину, пытается блеснуть остроумием, тратит деньги, время и так далее. Зачем? Это чтобы получить это недостающее, число. Если мы рассматриваем это как энергопара, понятно, что это перетекание и так далее. Потому если женщина такая сильная, то никто из мужчин не будет жить рядом с таким мужиком, по сути. Вони розійдуться. Як вам така думка, що жіночий шлях залучати у своє життя гроші через чоловіка? Якщо це в парі, так, жінка, вона дає такий стан, вона надихає свого чоловіка, вона його якось мотивує і, відповідно, отримує через результати його активності гроші у свій простір, власне, так. Ну, є, знаєте, поговорка така: жена шея, муж голова. Куда шея повернет, туда и голова повернется. Это действительно так. Мудрая женщина, повторяю, она всегда стоит за мужем. Она же за муж выходит, за мужем. Она только лишь что делает? Она берет и поворачивает своего мужчину в нужное направление. К примеру, там где-то норковая шуба. Вот она захотела. Повернула и говорит: милый, любимый, ты же можешь, ты классный, ты давай, у тебя получится все. И милый, любимый, чувствуя такую поддержку энергетическую, представьте, 14 раз, она так его вытолкнет. Конечно, милый, любимый может и не добиться в этом мире каких-то вещей, этой шубы, вследствие своих там каких-то качеств и так далее. Конкуренция высокая, все. Возвратившись домой, он может прийти убитый, усталый, сказать: ну все, нет. И в этом случае мудрая женщина никоим образом не должна его пилить или как-то унижать или охаивать. Наоборот, поддержать, подбодрить, подпитать и снова вперед. Чи є якась така, на вашу думку, ідеальна формула доходу у парі, якщо це пара? Как они договорятся, каким образом они будут расходовать свой бюджет, это договоренность этой пары, и здесь никаких я не вижу ограничений. Ну, конечно, если стоят ограничения, что вот это мои деньги, а вот это твои, ты туда не лезь, и ты туда не лезь, так а что это тогда за пара? Если есть ограничения в энергопаре, вот это перетекание энергии между мужским и женским началом, оно нарушается, то есть стоит барьер. И он начинает мешать этому энерготоку. И тогда союз, по сути, разделяется на две половинки. И возникают проблемы в семье. А потом люди задают себе вопрос: ну почему? Мы же ведь так друг к другу относимся, любим и так далее. Посмотрите, что вас ограничивает в этом. Я заробляю більше за чоловіка, він гнівається і мене ображає. Без підпису. Почему он нервничает? Потому что если энергопара, в данном случае муж и жена, и понятно, что нужно женщине обратить внимание, почему мой мужчина нервничает, почему он начинает выказывать какие-то, негативные черты своего характера. Что происходит в этом случае? Не я ли являюсь инициатором или катализатором этой нервозности? Для мужчины очень важно чувствовать доминирующее положение. Для любого мужчины. Потому что, если люди женятся, понятно, что муж как вроде бы впереди, жена так немножко сзади, это как бы гармонично, да, вот в нашем мире патриархальном, так это гармонично. Если бы мы жили в другом мире, там где матриархат, было бы наоборот. И когда женщина выходит в плане добычи, а мужчина всегда добытчик, вперед мужчины, то, во-первых, мужчине самому нужно задуматься, что такое, что со мной происходит, что меня, обогнали, в чем я не додаю.
А женщине тоже нужно задумываться, а зачем же ж я перебираю на себя мужские функции и качества? Не лучше ли взять и подпихнуть своего избранника, пускай идет, мне мамонта добывает, зачем мне его там загонять и так далее. Если этого не происходит, то есть ну, дальше развивается отношение таким образом, что женщина впереди, поговорить нормально, спокойно, что сейчас это так. Я знаю, что ты у меня классный, ты молодец, положение выровняется, ты тоже будешь достигать более высоких вершин. У моєї дружини бізнес, вона дуже нервова і почала випивати, як відвадити її від пляшки. Павло. Йому потрібно задуматися не над тим, що у неї бізнес, а як би самому в собі реалізувати мужські качества. Потому что для женщины алкоголь – это только лишь средство привлечь внимание своей половинки к себе. То есть мужчина не уделяет достаточно внимания, во-первых, женщине самой, а во-вторых, не активное материальное положение. А муж, который находится рядом, в этом не принимает никакого участия. Для того, чтобы привлечь мужчину хоть каким-то образом к себе, женщины начинают пить. Ну, мужчины то же самое. В любом случае, пристрастие к алкоголю – это недостаток внимания, любви и так далее. То есть этому мужчине не нужно ее отваживать от пляшки. Ему нужно в себе взращивать мужские качества, обращать больше внимания на свою жену и, возможно, задать себе вопрос, а что же я сейчас делаю? Я одружився 3 роки тому. Я не знав, що вона така безпорадна. Ми говорили про те, що вона не буде працювати, але я бачу, що і вдома нічого не робить. Олександр. Если она ну, такой человек по натуре, который ну, вот, не обучен. В любом случае, если муж, опять же, мудрый человек, то найти, зацепить те струнки души в женщине, которые бы позволили ей чувствовать себя хозяйкой в этом доме. Она просто себя, возможно, не чувствует там хозяйкой. Она и делать ничего не хочет, потому что женщина, она, придя ну, как бы в любое пространство, старается его обустроить, расставить все по полочкам, вот, чтобы и найти и свое место в этом мире, в этом пространстве. А дом для нее – это вообще сакральное место. В таком состоянии находится, не хочет в своей крепости ничего обустраивать. Мужу стоит ли обратить внимание на это? Что такое? Почему? Может, там крепость не та, или же у нее там стены прохудились, или что-то еще там не то. Моя дружина не хоче працювати до того часу, коли син піде в школу. Це ще 3 роки. Я їй кажу, що ми так не можемо. Нехай працює зараз складний час. До того ж, законодавством так прийнято. Михайло. Ну, во-первых, молодой человек не очень слишком хорошо знает законодательную базу. Можно и до 6 лет сидеть с ребенком. Ну, опять же, законодательная база – это только лишь какой-то предлог для того, чтобы оправдать свою недееспособность. Мужчина не в состоянии себя реализовать как мужчина. Он, по сути, слаб энергетически. И потому, по сути, он и зарабатывает мало. И вместо того, чтобы апеллировать к себе, к своему сознанию, он начинает выискивать внешнее что-либо. Не будь жены, это была бы мама, ребенок, теща, кто угодно. Найдутся всегда, кто виноват. Поставив таким образом вопрос, он сам себя и показал в таком свете. Прежде всего, как бы, а король-то голый. Кращі друзі жінок – це діаманти, жінка і гроші – це поняття цілком сумісні. А шлях, щоб бути у цій енергії, кожна обирає сама. Життя ще простіше, щастя і вдачі кожному з нас. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди, але ж хоч раз у житті кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Як допомагати собі, якщо трудно? 11 років я приймала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения.
Иногда, несмотря на все твои усилия, жизнь преподносит тебе лимоны. Когда это происходит, у тебя, приятель, есть только два варианта. Состроить кислую мину или приготовить лимонад. У нашій культурі так вже склалося, алкоголь для багатьох – атрибут і горя, і радості. Если есть потребность в алкоголе, значит, не реализовываются какие-то другие потребности, очень важные для человека, для организма. Основа успішного життя – висока самооцінка дитини, що формується від народження. Я би сказала, що поняття успіха має дійсно індивідуальний характер. Портрет ідеальної людини диктується світоглядом суспільства, у якому вона живе. Ти похудела, скорее всего, нужно полюбить себя. Ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Сестра всю жизнь за копейки работает. Мы очень мало умеем управлять еще своими деньгами. Это тоже одна из таких сторон, будем мы богатыми или бедными. Тысячи років людина цікавиться, хто ж керує нашим життям. Бог, різні боги, стихії, космічні істоти чи інші люди. Судьба определяє несколько путей развития. Что в этом жизни он должен понять, какой опыт он должен приобрести. Мне патологически не везет. У меня нет мужчины уже давно. Я не знаю пару ни одну, где б жена мужем была довольна. Мужчины страх могут не признавать, потому что это культурально было привито, что если ты плачешь, ты не мужчина. Происходит такое бум. Кожен будує родину в залежності від свого в цьому питанні пріоритету. Як наслідок, родини є умовно гармонійними або нестабільними. Це зв'язано з тим стереотипом, який в сім'ї сложився. Таку модель, як правило, чоловік транслює і далі. Мабуть, якщо ми і замислюємося про старість, то є таке бажання, щоб вона була щасливою і радісною. Поки чоловік жив, він, звісно, не має свої задачі. Він виконує дуже важливу роль. Коментирує сім'ю і створює якийсь здоровий талон отношений. Збудувати дім, посадити дерево і народити дитину – давня формула обов'язкової місії людини цього світу. Часто чоловік починає хотіти дитину, коли він вже созрів для того, щоб не тільки для себе жити, а дати щось ще комусь. Наша дитина є продовженням нас і цілком природно виховувати в ній ті цінності, що сповідує наша родина. Передавати їй свою життєву філософію та соціальну позицію, бо ми обрали саме її. Є определенний набір психологічних тестів, який може показати рівень готовності дитини до школи. Та культура, яку зараз пропонують дітям, вона більш заснована не на тому, що потрібно дітям, а просто як розвага. Навряд чи хто живучи в сучасному світі мріє, чи хоч передбачає у своєму житті пряму небезпеку, наприклад, опинитися у зоні збройного конфлікту. Я думаю, що життя безцінна річ. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко. Життя ще простіше. За кожним з нас величезна історія роду, родин, біографій, історій стосунків, яскравих чи спокійних, демонстративних або таємних, коротких чи з життя довжиною. Кожна людина, що в цей світ прийшла, вже унікальна і вже не випадкова. І навіть якщо не вдаватися до гучного слова «місія», напевне, кожна людина має своє призначення. Як мінімум, бути щасливою.